Коллеги, здравствуйте, Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Спасибо, что вы со мной, спасибо, что смотрите мои видеообзоры. И сегодня хочу с вами поговорить о мега-крутом диффузоре от USPARC Professional. Да-да, именно диффузор есть у USPARC Professional. Он мега-супер-классный, вот посмотрите, как он выглядит. Он ломает, наверное, все стереотипы о диффузорах, которые вы могли бы себе представить. Мы, насколько помним, диффузоры — это такая большая чаша, такая массивная, тяжелая. Зачастую мы, как правило, парикмахер, мы ее не носим с собой. Но я, например, не знаю одного парикмахера, который таскает с собой диффузор. Ну вот у меня нет таких. И я, наверное, в том числе, пока я не нашел вот этот диффузор. В чем его огроменный плюс? То, что он такой, посмотрите, маленький, его можно всегда взять, сложить аккуратненько, его можно вообще там помять как-то вот так, и ему вообще ничего не будет, посмотрите, то есть он прекрасно держит свою форму. Он из приятного такого на ощупь материала, который никогда вы им никогда не сможете обжечь руки. То есть, насколько вы помните, да, мы всегда, когда снимаем диффузор с феном, он всегда горячий, нагревается. Здесь такого не будет, потому что он из приятного выполнен материала. Очень крутой диффузор. Я всем рекомендую данный диффузор. Мало того, посмотрите, какая у него здесь микросеточка. То есть, представляете, из него будет выходить воздух, и достаточно такой мелкие здесь дырочки, которые позволяют нам хорошо орошать ту или иную территорию, которая нам нужна, чтобы у нас волос высох, или, допустим, к примеру, у нас милирование, и мы можем спокойно направить поток, допустим, горячего воздуха в ту или иную область, и где нам нужно, да? То есть за счет своего микрораспыления воздуха мы усилим поток воздуха в конкретную точку, где нам это нужно. Также данный диффузор мы можем использовать при завивке, если вам нужно создать еще больше тепла, если у вас нет климазона, то вы можете использовать также этот диффузор при еще и завивке, давать дополнительное тепло. Плюс данного диффузора еще в том, что он универсальный, он подходит для всех типов фенов, то есть будь у вас маленький фен, будь у вас большой. Вот сюда мы его так запускаем, наш фен. Вот так, вот здесь у нас есть такая замечательная вот качелька, как мы видим, да? Вот так мы ее затягиваем, все. И все плотно у нас прилегает, и наш фен держится. Все, супер. Классный диффузор, коллеги, я всем вам рекомендую покупать такой диффузор. Ссылку на наш сайт shopcoms.ru я укажу в описании, группу ВКонтакте я тоже укажу в описании. Если же у вас возникнут какие-то вопросы, пишите мне в комментарии под этим видео, поставьте мне лайк за это видео, если оно вам понравилось, и всем буду очень благодарен, если вы будете мне писать, задавать вопросы, и плюс, если вы еще мне будете задавать вопросы по каким-то другим расческам или аксессуаром USPARC Professional, я буду с радостью вам отвечать. Если вы захотите, чтобы еще какой-то обзор сделал какого-то инструмента, также пишите мне в комментариях и добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. А с вами был я, Дмитрий Каждан. Всем точных стрижек, всем хорошего настроения, всем пока.